Дорогие друзья, уважаемые товарищи, сегодня не просто 1 мая день весны и труда, это день борьбы трудового народа за свои великие исторические права, за достоинство, за могучую державу, за народную власть, за элементарную справедливость в обществе, где правит человек труда, а не олигархия и жулье. Я уверен, что сегодня по всей стране и планете прокатится волна возмущения трудового народа против того, что снова обрицают оружием, все делают для того, чтобы поджечь войну во имя интересов кучки олигархов и глобалистов. Вы чувствуете, как страну с разных сторон окружают силы, враждебные нашей державы. Еще никому не думалось, что совсем недавно, что снова вокруг нас будут подожжены целые очаги, враждебные нам. Но мы с вами выстоим, потому что мы верны солидарности и братству. Именно солидарность нам позволила возродить партию «Комсомол» и «Пионерию». Именно солидарность трудового народа дала нам возможность создать народные предприятия, которые сегодня показывают образцы труда. Именно солидарность дала возможность доказать даже в нынешней криминально-буржуазной России, что мы можем достигать больших результатов. Я хочу передать вам привет от нашего губернатора Левченко, который сегодня доложил, что Иркутская область успешно выполняет намеченные планы и программы и вошла в пятерку наиболее динамично развивающихся областей Сибири. Хочу вам передать привет от Локтя, мэра Новосибирска, третьего города по численности в стране. Именно этот город показал пример, что можно строить даже в нынешних условиях по квадратному метру на человека в год и является лидером в этой отрасли. Я уверен, что мы с вами сумеем добиться многого, если продемонстрируем свою сплоченность на предстоящих выборах местных законодательных властей и губернаторов. У нас сильная команда, у нас ясная программа. Именно солидарность позволила нам отработать 10 шагов достойной жизни. Это программа, вокруг которой сплачивается широкий круг государственно-патриотических сил. Нас поддерживают и ветераны труда, и дети войны, и обманутые дольщики. Нас поддерживает комсомол. С нами вместе идут учителя, врачи, вся интеллигенция, которая верит в справедливость и дружбу народов. Я уверен, что мы с вами справимся с этими вызовами. Но впереди, хочу подчеркнуть, у нас немало проблем и трудностей. Если и дальше Россия будет двигаться по реформам Гайдара и Ельцина, а внутренняя политика, экономика хромает на все четыре ноги, если и дальше будут обслуживать олигархию, которая не желает платить даже нормальные налоги, если и дальше будут отказывать детям войны в поддержке, а дольщикам обеспечения их законных прав и получения квартиры, если и дальше наши ребята, окончившие вузы, не будут иметь достойной работы, ситуация только будет усугубляться. Нас окружают сегодня три проблемы. Проблема первая, связанная с курсом финансово-экономической политики. Мы должны изменить этот курс, и у нас для этого достаточно сил. Нам нужна солидарность всех трудовых коллективов державы, чтобы справиться с этой задачей. Но вы видите, что сегодня американские глобалисты поджигают снова войну на Украине. Не успокоились они на Ближнем Востоке. Вот-вот может заполыхать Корейский полуостров. Я уверен, что мы с вами справимся с этими вызовами, если вы активно поддержите в ближайшее время нашу партию. Она готовится к своим главным событиям. Мы проводим в конце мая съезд, на который приедут делегации со всей страны, где будет представлена совместная согласованная программа вывода страны из кризиса, который мы сейчас прорабатываем самым широким блоком народно-патриотических сил. Нас впереди ждут делегации всего мира,
Только что приезжала рабочая группа, которая утвердила программу подготовки к столетию Великого Октября. Мы ее начнем в городе трех революций, в Ленинграде, Питере. Там мы проведем в Таврическом дворце главную встречу, затем посетим Смольный, где Ленин объявил о рождении первого в мире советского государства, и затем посетим легендарный крейсер «Аврору», который сегодня полностью восстановлен. Там есть блестящая экспозиция, связанная с возрождением великой советской власти. Затем они прибудут в Москву, здесь будут шествия, будет блестящий концерт и литературная композиция по страницам великой советской эпохи. Мы готовимся вместе со всем трудовым народом к этому великому событию. В этом событии примут участие делегации практически всех стран мира. Около 100 делегаций будет от коммунистических и рабочих партий. Это и есть подлинная солидарность, которая обеспечивает нам будущие победы. Да здравствует 1 май! Да здравствует справедливая борьба трудового народа за свои права! Да здравствует победа! Да здравствует социализм! Ура! Ура!